26-летняя российская модель оказалась в центре внимания западных таблоидов. Мария Лиман опубликовала провокационные снимки и призывы. Красавица-россиянка переехала в Великобританию в прошлом году. Как и все жители Лондона, сейчас она проводит все время дома. Мария следует распоряжению премьер-министра Бориса Джонсона, который ввел карантин, чтобы остановить распространение пандемии. Звезда Playboy решила найти любовника на ближайшие несколько месяцев. «Я в поисках обаятельного, сексуального напарника, который не болеет коронавирусом и составит мне компанию в ближайшие 3 месяца и поможет провести замечательное время на карантине», — написала модель в своем Instagram, на который подписано 587 тысяч человек. Она сопроводила текст снимком, на котором крупным планом показала грудь. Затем Лиман поделилась еще одним откровенным снимком. Девушка на диване приняла провокационную позу. «Спящая красавица ждет своего принца в заточении. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Прошу ускориться». Обратилась инстадива к фолловерам. Посты модели взорвали британскую прессу. Великолепная красавица часто делится на своей странице красивыми кадрами и демонстрирует невероятное тело, написали Алиман в Daily Star. Эффектные фото Марии разместило и авторитетное издание The Sun. Фанаты девушки поразились тем, что она до сих пор не нашла себе молодого человека. «Не думал, что для такой потрясающей женщины это станет проблемой, полная боеготовность, как такая красотка может быть одна?» – недоумевают подписчики. Модель стала популярной в Британии в прошлом году. Экспрессивный снимок Марии на трибуне во время матча лондонского Челси мгновенно разлетелся по сети. Ранее внимание западных таблоидов привлекла москвичка с натуральной грудью 11 размера. Анастасия Бертье прославилась за рубежом. Участница популярного телешоу «Давай поженимся». Лана Медингер поделилась особенностями жизни с бюстом 14 размера.